Хоп-хоп, и снова здорово, друзья. Мы начинаем процедуру хиджама, но перед этим, видите, мы поставили баночки, чтобы разогреть вместо массажа вот такими вот движениями слои кожи, слои мышц, да, чтобы создать гиперемию в данной зоне. Эта процедура называется аль-хиджама, да, вот если просто вакуумные банки ставим, это получается сухая хиджама. Не слишком там тянет? Нормально пока? Вот, а далее делаются надрезы на коже и до шеи распрями. И капиллярная кровь собирается. Это такие сгустки грязной крови, вы даже не представляете. Пока не пойдет алая, свежая, чистая кровь. Печень и селезенка потом возобновят, новые кровеносные цвета создадут, да, и организм таким образом обновляется, омолаживается. Клетка будет рождать новую здоровую клетку. А пока вот у нас подготовительный этап, плавными движениями мы создаем здоровый румянец на пол спины. Видите, уже есть покраснение, это хорошо. Дальше устанавливаем банки на так называемые триггерные зоны. Вот надо, чтобы человек еще с этим немножко полежал, чтобы создать, чтобы как раз вот организм почувствовал, что там проблема, да, где вот банки стоят. И туда нагоним всякие нечистоты, кровь туда хлынет. Принесет всю грязь с организма, а мы ее раз и соскребем. С вами был Олег Гудман, подписывайтесь, и дальше будет еще интереснее. Хип-хоп, ла-ла-лей. Так, ну вот мы уже некоторые у нас созрели, да? Продолжается процедура постановки банок хиджамы. Вот уже некоторые будем обрабатывать зоны. Так, ну прежде чем ставить, надо обязательно протереть спиртом. Все стерильное, естественно. Поскольку процедура с кровью, все поэтому обеззараживаем по несколько раз. Так. Ну и вот уже можно будет наносить аккуратно надрезы. Подготовили лезвие вот такое вот, видите, на самом деле надрез небольшой, буквально миллиметрик, поэтому будет все безопасно и незаметно.